Вывести из равновесия пытаются сегодня жители Екатеринбурга. Какие-то клоуны у метро целый день подбрасывают горожанам вещи и угрожают подсадить их на колеса. Всех, кто пытался возражать, разукрасили так, что мать родная не узнает. И при этом еще с праздником поздравили. Мария Новикова наблюдала за представлением. Это просто цирк какой-то. Прохожих клоуны поднимают на смех и вытаскивают на манеж. В него екатеринбургские артисты нынче превратили целую улицу. В профессиональный праздник они впервые решили выйти в народ. За уличным представлением учеников цирковой студии зрители следят с попкорном и пиццей в руках. Это праздничный стол. Красок гуляниям решили добавить с помощью аквагрима. С таким лицом на арене самое место. Витали, которая состоится в Екатеринбургском цирке 2-го. Одна булава здесь, другая там. Это у Екатерины с непривычки. Но, попрактиковавшись, девушка научилась держать их в руках. Хочешь быть артистом – умей вертеться. Как крутить хула-хупы – показывали всем желающим. Ну а самые отчаянные решили прокатиться с ветерком на одноколесном велосипеде. Немножко сразу вышел на педальку. Оп! Хорошо. И покатили. Эту поездку Мария еще не скоро забудет. Второе колесо ей заменила группа поддержки. Почему-то все время уносит назад. И колесо идет вперед. Ну так мне понравилось. Усидеть на одном колесе – это еще что, смеются артисты. Сложнее устоять на своих двоих, когда земля уходит из-под ног. На первый взгляд, эквилибрировать на доске и цилиндрах очень просто. Сейчас попробую. Так, нужно ставить ногу. И придерживаться. И... Та-дам! На ногах, точнее лапах, Джоли стоит твердо и даже ради номера не желает шевелиться. Умри! Джоли, умри! Умри! Видимо, в роли артистки Джоли себя не видит, но ее хозяйка не расстроилась. В следующий раз, говорит, обязательно получится. Главное – терпение. Минут 20 в день, каждый день повторять все команды. И обязательно делать это с желанием собаки. То есть, если собака не хочет, то бесполезно ее чему-то учить. Уличные мастер-классы продолжались пару часов, но артисты цирка уверены, хорошее настроение и улыбки участникам гарантированы надолго. А для виновников торжества – это лучший подарок. Мария Новикова, Иван Мякишев. Новости 41-го канала.